купил. Ждал, когда гости будут. Телефон. У нас день ваш после. Телефон. А? Телефон ваш. Ну-ка, не вовремя звонит. Ну что ж такое-то? Подожди. Сейчас я... Телефон тут. Руки в меду. Ой, ой. Что же это им надо-то? Уже 40 посчитали. 41, да? Так, минутку. А если еще фотограф, еще подойдет фотограф. Говори. 41. Еще 3 фотографа. Игнатия-то не считали, я Игнатия не считала. Я спрошу, Клочковский кто привез Тамару? Где он? Он там. Он где-то здесь, в степи, он уже здесь находится. Тамара здесь. Ну они пусть заезжают сюда, тут все готов, обед. Они еще не выехали. Ну ничего, ничего не сделаешь. Приходится на два фронта работать. Господи, это вот сотовый мед, о котором я говорю, это чудо из чудес природы. Боже. Так, повторите, сколько нас получается? 44 куска. 44 куска. Ну уж кому больше меду, кому меньше, тут ничего не сделаешь. Это она неровная. Вот так пчела принесла. Нужно давать тем, кто... Молодец. Давай, подставляй. Купить. По тарелке подставляйте. Сначала крещаемым, который сегодня принесите. Крещаемый. Крещаемый, быстро, 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 быстро. Неплохо это придумано. Это крещаемый? Это крещаемый. Это Андрей. Крещенный. Андрей Головачкин. Не крещаемый, уже крещенный. Уже крещенный, уже брат во Христе. Да. Даже если бы ты был негр, ты все равно был бы нашим братом. Потому что во Христе быть не негром преклонным. Потому что Господь омыл его, да. И он чистый весь. Как жаль, что ты не негр. Интересно, о чем он думал, когда он окружает? Вот если бы ты был негром, о чем? Мы бы... Не помнишь даже? Нужно же было думать о том, что Царство так, Небесное. Так, теперь братья сначала. Нет, еще есть. Нигер. Это я имею больше нормы, потому что они сегодня у нас... Сестра, чай есть? Сестра, чай. А, нет, компот не был сладкий, нет, не буду. Ну, потерпи. А водички попроси. Конечно, а компотику можно еще без компота. Половинку. Ну вот с компотом не пойдет. Воды, там первое. Воды. Что, выковырите маленько? Сырой воды. Даже чуть больше вот можно. Вот там сразу. Это... Давай. А отняли у них? А ну где? Великая. Так, сначала братья. Маша, Татьяна, конечно. Татьяна, Надежда, вы половинку. Так, это, кто у нас гости сначала? Какой порядок? Надежда Васильевна. Сначала гостей. Свои тарелки давайте, не забывайте, как удали. Помаленьку хотя бы, потому что нас много. Девочки, спокойно сидите. Спокойно сидим. Ина, Еня, повернись к столу. И ты тоже, Фрося. Как вы там две оказались рядом? Яша, ты можешь ждать? Яша, ты можешь ждать? Ты за ними-то следи, говорливая. Это не Яша. Чтобы они не болтали. Это не Яша. Яша, я сказал. Вот ты это, я что говорю? Тарелка-то не его. Ты его. Ну, я еще знаю. Переложите в Яшеву тарелку. Я отрезаю. Не полностью. Так, давай сюда. Сейчас я соберу, чтобы... Так, братья, братья молодые там, ну-ка сядьте смирно, что вы там засуетили? Поставьте. Не просто. Сейчас все будет, подождите. Опять-то разговариваю. Зачем спрашивать, я не понимаю. Ты поговоришь еще, и опять разговор идет. Покушать и узнать. Досыта-то не накормишь, а... Да, а интересно будет, Сергей. Сестра, подождите, не надо пока ничего. Так, Тамара, ответственное дело. Вы две Тамары рядом сидите. Теперь... И обе больные. Потому что... Она это здесь вообще нет. Так, давайте, остальные чашки. Редко-редко. Подайте к нам.
Виктор Николаевич. Да. Спасибо, Христос. Максим. Максим. Как я тебе правильно сказал? На комфорте, где ты сейчас отпушил, вот тут вот. Вчера вечером был. Игорь, на саман. Там медовый стол есть. Стол медовушка называется. Так ешь. Это у нас в меню не входит, просто я решил побаловать вас. Ваня, давай, не надо за это. Ради праздника. Ваня стоит зима. Ради праздника, действительно. А что он делает? Стоит зима и чешет чужую тарелку. Игнатьевич, Ваня сегодня всю церковь губу засал. На него не дотянешься, говорит. Стоит, сосет. А завтра поможет? Стоит, зевает, сосет, что-то чешет. Тут живут святые. Водка жеваный, который отсосете, можно ложить на стол. Давайте. Не нафиг. Мы тебе будем преподавать юриспруденцию. Учиться. Что, папа, давай, не запретит? А тут сюда, где-то и лёг. Где пчёлки, там выкинете аккуратно. Я уже 19 лет ребёнка имею. Я себя с вами работал. Так, кому ещё? Алёнке-то давали? Пирогу оставляем. Фросики давали? Фросик. Сейчас принесу. Это фросик. Это Таня. И тебе и я шумел. А целый съел. Так, еще? Кому не дали меду? Игорю, вот его считали тоже. Так, Игорь, на, проглотишь. Который. Ну, я пальчиками возьми. Аккуратненько, сверху, снизу. Так, Сережа, давай свою тарелку. А у меня нет. Давайте. Любезная, давайте. Мы его покормили уже, он покушал. Я маленький был, болел желудком сильно. Кто что говорил? Покормили. А мама знала, как лечить. Приезжают люди, покупают мед. И она, мать меня, навалилась посылать наковырять меду. А ложка была такая круглая, какая-то она как чугунная. Ручка такая, я не знаю, даже еще она была слитая. Не дюраль. И когда из нее вываливается, оно не вываливается, приходится выковырить, она как пол яйца. А
считалось у меня грыжа какая-то, был какой-то медный пятак царский-то. Из него надо было ножом тащить и проглотить, она не глотается. А ты, сынок, с медом смешай. И она меня посылала туда, и я каждый раз мешал с медом-то. Ну там что-то щеркнешь от этого пятака-то, а потом в рот. И я стал болеть. Мы на меду выросли. Я знаю, что такое. Так, еще кому не дали? Именно царский, да, должен быть? Ну, он медный такой. Он медный, а не то, что вот это какой-то, не поймешь. Ну, понятно. Да. То есть там чистая медь, наверное. Чистый. Он, знаешь, такой, свет у него медный. Даже не поймешь. Темно-медный. Красновато такой, да. Темноватый. Темно-красный. Так, кому еще? Ой, мед попал. У нас вода не были. Так, где эти фотографы? Купаются, потому что купаются. Они освещаются. Ну вообще, сейчас, куда тебе до них я положу? Они пока в этом что-то ищут. Вот это положено. Надо, чтобы для фотографа, да? Так, еще кому? Дежурным отрезали. Нет, все получили. Все остается до следующего раза. Спрячься здесь. О, себя позабыл. Я только хочу спросить. Так, крещеным, давайте чашки, по второй порции дам. Крещеным, давайте, кому надо? Ну кто подаст, иди возьми, кто подаст, тому я дам. Это не крещеные, куда ты тянешь? Крещеные. Так, остальные? Сейчас, да? Новокрещенным, кому еще надо дать? Андрей, давай маленько. Николай. Спаси Христос. Вон накормил. Они восприемные красавицы. Конфиса. Так, никому больше не надо, все? Получили все, да? Надежда Васильевна, о. Здорово, так, а моя-то чашка где? Я думаю, что про себя забыл. Теперь принимаю. Вот она, я тихо. Так, подожди. Как бы себя не обидели-то? Как? Возьми твоя. Так, пожалуйста, положи ее так. Это для гостей. Анфиса. Он следует. Как, шикарно? Два заседания обидели. И даже присягу не приняли. Чудо природы. Я знаю, что мой 23 года. Я косвенья. Он подмышки еще подебрил. Нет? Нет, хватит, молодец. Вот так я и спас. Валашки, руки помойте. Детский парусон, лагерь справа. Ничего не
Светлый. Ничего, Татьяна. Шикарно. Наши невесты идут. Да, красивые. Спаси тебя, Христос. Не продумай, чтоб тебя. Давай. Все, чтобы у тебя сладко-сладко в жизни было. Дальше. А где мой часовой? Лена, Яшу посмотри, где я без него куда? Яша, Яша, ты где мой телохранитель? Подождать надо. Без Яши никуда. Просто губы вытри. Сейчас. Фрося на месте у меня. Сейчас Яшу притащу. Слушай, ты что заплакал? Никогда не плачешь. Это нехорошо. Сладенькая. Ты маме дала наказ такой, она сейчас будет думать, ой, Ксению там, наверное, плохо. Яшенька, скорее беги, скорее. Лена, отпусти ты его на покаяние, давай. Не упади, Яша, давай. И сестре наказываешь. Молимся. Все нормально. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытился нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, дай я им приди к нам и спаси нас. Аминь. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитвы пречистой Тебе Матери всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Милостливый Господи, спаси и помилуй раб Своих, милующих, питающих нас, подающих нам милостыню, и заповедающих нам молиться о них всех, вопиющих Тебе, страждущих, болящих, Тамару, Пелагею, вдов, нищих и сирот, священство, иночество и всех христиан, избавив от всякие скорби, гнева и нужды, от всякие болезни душевной и телесной, и простим всякое согрешение вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Боже, милостью будь мне грешным, создав меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, слава Тебе, что допустил до крещения новокрещаемых. Помоги им начатый путь совершить до конца, быть верным Тебе. Доведи их всех до Царства Небесного, помоги отвергнуть этого грешного прелюбодейного мира, чтобы он не имел на них претензий, ибо Ты за каждого из нас пролил свою пречистую кровь, Христос наш. Научи нас взирать на Голгофу с трепетом, благоговением, помня, какую великую цену Ты заплатил за нас. И мы себе не принадлежим, мы Твое достояние. Господи, порази сатану под ноги наши. Дай нам силу молиться за отпадших, чтобы и их Бог вернул на путь покаяния. Тебе слава за все во веки, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Поваров и накрывающих благодарим. Спаси Христос. Спаси Христос. Споем что-нибудь. Спаси Христос, поваром и накрывающим. Спаси Христос. Спаси Христос, поваром и накрывающим. Ну вот она, теперь приедешь и сразу своим этим, с кем поешь, расскажи о Христе. Может, делом покажу. Не смогу рассказать. Рассказать надо. Рассказать. Что же мне рассказать? Сказать, что Христос наш Спаситель. Так, то, что написал мне, собери его. Прям сказать так. Я узнала, что Христос наш Спаситель, мой личный, и каждый из вас может быть. И если вы его не примете в сердце свое, то вы все погибнете. Так, кто что написал? Написал, вчера написали. Мне уже отдали? Давайте. Давайте. Приблизительные вопросы вчера писали. Мне все подайте бумажки эти, бумаги. Сейчас я расскажу. Мать писала. Сейчас. Давайте. Вот так. Так, это вопросы к оглашенным. Все написано. Так, теперь остальные я сейчас соберу. Вот отвечает как, это Сидоренко Анна Викторовна, верую во Святую Живоначальную Троицу, Господь Иисус Христос является вторым лицом Пресвятой Троицы, Спасителем. Вот как отвечают. Кто знает, как крещение принимать?
Так, бумаги жду. Сестры. Пойдемте мы пойдем. Я любовью принял, я все грехов помыл, я к ногам его склонился, и за все благодарил. Нет, это после меня нет. Ну и что? А сейчас я тебе знаю. Я не поняла, что это такое. Нет, нет, я просто куда его деть? А я не поняла, что это. Я люблю тебя давно, так давно. Во Христе лишь друге дивном утешения познал. О, как чудно быть в объятиях у того, кто жизнь дает. Слышать голос утешения, я люблю тебя давно. Доверься, он простит. С верой взглянь на крест Голгофский, и тебя он оживит. Если искренне покаясь, сердце примешь ты его, непременно ты услышишь: я люблю тебя давно, так давно. Следующую, давай, какую? Давайте, еще. Давай, следующую. Следующую. Вот Иисус, имя сладкое, мне хорошее. Ой, радостно в душе, люблю твердить его везде. То имя Иисуса, Иисус тебе хвала, непризменно навсегда. Славьте все уста, то имя Иисуса. Страдайте, сладкое имя то, от рану мир дает оно. Любовью Божией полно, то имя Иисуса. Иисус тебе хвала, неизменно навсегда. Славьте все уста, то имя Иисуса. А это Сергей Павлович, вот, который здесь на первом месте стоит, вон приглядывает за Виктором дальше. Это он первого стоит, вот. Славлю в пламенной хваре, то имя Иисуса. Иисус тебе хвала, неизменно навсегда. Славьте все уста, то имя Иисуса. Иисус тебе хвала, неизменный навсегда. Славьте все уста, то имя Иисуса. Давайте на хор.
христиане, Иисуса наш другом мы на деле узнали. Он врачует недуги, утоляет печали. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он дарует спасение, мир и радость безмерной, и второе рождение, только искренней верой. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Манит сердце мечтою жизнь небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Аллилуйя. Спаси Христос. Слава Христу, аллилуйя. Дина, ты День Победы, давайте спойте. Там есть День Победы? День Победы. День Победы. День Победы, людям мира невдомёк, Лев и Удина коленом гроб возвёл. День Победы, не народы всей земли, и не ангелы его нам принесли. Это День Победы Иисус принёс, разгромил врага, воскрес Христос и младенец. Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Свет спасения долгожданный наконец даровал нам на Голгофе страшный крест. Все пророки провещали нам о нем, солнце гаснет там не вечером, а днем. Это День Победы Иисус принес, разгромил врага. Воскрес Христос и младенец, да предела, чтоб возрос. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Госмолитвой неустанно столько лет выводили на Христа кровавый след. Воскресенье, день воскреснет даже прах, Иисус наш милосерд, как и вчера. Это День Победы Иисус принес, разгроми врага, воскрес Христос и младенец, да пребыва, чтоб возрос. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Только дабы Бог раскается тот час,
никогда его ничем не огорчать. Дух Святой на благовестие подвиг, Пасха вечная, а жизнь только миг. Это день победы Иисус принес, разгромил врага. Воскрес Христос и младенец, да предела, чтоб возрос. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Христос воскрес, воистину воскрес.